Приветствую вас. Для начала, ничего не знаю о вас, о вашей истории, о вашей ситуации, о ваших взаимоотношениях с отцом и мамой. Мне бы хотелось упомянуть о треугольнике Карпмана. О треугольнике Карпмана, в который вы, судя по всему, угодили. Смотрите, причем мне даже видится, что угодили вы в двойной треугольник. Отец не разрешает вам снимать квартиру. Тут вы говорите, родители не разрешают, а отец ставит условия. У меня только один вопрос. Ваша мать знает о том, какие условия ставит отец? Как она вообще к этому относится? К отцу? Она еще хочет после этого с ним жить? Вот, это первое. Второе. Отец манипулирует вами и ставит условия. Вопрос. Какой для него толк, прок, выгода от того, да, что вы будете жить вместе с ним? То есть он же не случайно идет на такую, ну, на такой поступок. Вот. У него же есть основания, ему же, значит, важно, чтобы вы жили с ним. Раз он хочет, даже готов мать бросить. Вот вы подумайте, какая у него цель. Ему-то это вообще зачем? Насколько эта цель с вашей совпадает? Да? Это первое. Точнее, второе. Третье. Правильно ли я понимаю, что вы не делаете этого только по той причине, что боитесь, что он бросит мать? Скажите, а что такого страшного будет в том, если он бросит мать? То есть, понимаете ли вы, что по сути, вы жертвуете собой, своим счастьем, вы подвергаете риску свою семью, свое будущее, своей семейной жизни из-за отца, из-за матери, точнее, ради которой вы жертвуете. Вот. Понимаете ли вы это, как относится к этому сама мама? То есть, ну, что она думает, что она считает? Вот. И почему вы позволяете отцу так поступать? Ну, хочет бросать мать, пусть бросает. Вы как маму поддержите, вы маме поможете. Разве нет? Вот. Дальше. Михаил. Вам 24 года, вы женаты. Но у вас нет своей квартиры. Нет своего жилья. Судя по тому,
как ведет себя ваш отец, да, живется вам с ним, ну, не сказать, чтобы сладко, сильно сладко. Для меня загадка здесь, на каком основании вы решили создать семью, не озаботившись сперва, ну, собственно, проживанием, да, совместным, вот. На каком основании вы это сделали? То есть, почему, чем для вас семья так важна, что вы, вот, ну, что вы готовы, значит, ради нее, да, вот, идти на такие жертвы. То есть, либо семья для вас очень важна, и вы добираете из нее то, что не получаете от своих родителей, может быть, в частности, от своего отца, либо вы не свободны в выборе своего поведения. То есть, ну, не свободны в выборе создания семьи. То есть, создание, не создание семьи. Прям 24 года, в принципе, возраст достаточно, ну, маленький для создания семьи. То есть, вот это вам бы сейчас карьеру, вам бы сейчас работу, вам бы сейчас развитие, ну, не семью, ну, может быть, отношения, конечно, да, но не семью. Вот. Тем более в условиях, если у вас такой ответ, и в условиях, если у вас нет своей квартиры. Ну, все это вы делали, все это вы сделали. И у этого есть свои причины, вот, которые нужно обязательно рассмотреть, вот. То есть свою субъективную сторону во всем этом нужно раскрыть. Обязательно. Понимаете, да? О чем идет речь? Дальше. Как вариант, предлагают накопить деньги и вместе купить квартиру нам двоим. Тогда сможем жить отдельно. А Михаил, как так получилось, что жениться решили вы, а где жить своей семьей, решаете уже не вы? То есть, понимаете, да, это ответственность. Ответственность ваша, ответственность родителей, личные границы, да, то есть, так со мной можно, так со мной нельзя, это вот то, над чем вам нужно работать. Также они говорят, что хотели бы, чтобы мы пожили вместе, и что успеем еще пожить отдельно. Какая разница, чего они хотят? Вопрос в том, чего хотите вы. Еще раз повторю, меня интересует позиция вашей мамы во всей этой истории. Я говорил им, что мы их не бросаем, просто хотим пожить отдельно, научиться самостоятельной жизни и испытать трудности для получения опыта. Их такой вариант не устроил. Их не должен устраивать вариант. Говорят, что неправильно снимать квартиру, надо иметь свою. В этом они, может быть, и правы, но это ваша ответственность, Михаил. Только ваша. То есть, для начала, чтобы понять, что делать, да, разберитесь со всеми этими вопросами. Насколько вы самостоятельны в своей жизни? Какую власть, например, имеет над вами отец, да, допустим, значит, насколько эффективно вы защищаете свои личные границы, делаете ли вы это, да, вот, знаете, что вы хотите для своей семьи?
То есть как ваша жена на это все смотрит? Что для вас важнее всего? У вас, вам что важнее всего? Какие у вас принципы, какие у вас, как бы, ну, ценности? Вот. Понимаете? Вот это важно. Это важно. Далее вы задаете вопрос. Значит, вопрос у вас тоже интересный. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации? Что можно сделать, Михаил, чтобы что? Что можно сделать, чтобы что? Чего вы хотите по итогу? Если хотите, чтобы счастливы родители были? Ну вот, в принципе, так как вы действуете, так и нужно делать. Если хотите, чтобы счастлива жена была, ну, это вопрос к ней. Мы ее не знаем. Если хотите, чтобы счастливы были вы, да, во всей этой истории, то ориентироваться нужно на себя. Будут ли сопротивляться родители? Да, будут. Будут сопротивляться, будут ставить палки в колеса, да, правильно. Будут. А нормально ли это? То они, ну, будут так себя вести? Да, нормально. Это нормально, что они будут ставить вам палки в колеса, и это нормально, что они будут мешать вам действовать так, как вы хотите, потому что их желание, да, именно их желание, их цели, они другие, они к вам вообще не относятся, знаете, вот. Папа, например, думает только о себе, и он активно манипулирует вами. И это не изменится. И вы совершенно правильно думаете о том, что это долго, и вы в это, ну, что вам слабо верится в это. Это так, потому что это манипуляция опять же. Понимаете? Вот. Как вы думаете, вот ваш отец способен действительно бросить мать? Ваш. Если способен, то, может быть, и пусть он ее бросает, вот, если он способен, если ему настолько плевать на всех, кроме себя самого, как вы сами думаете, вот, то есть определитесь именно с целью, вот, какая цель у вас, вот. Чего вы хотите? Что вам нужно? Ну вы даже цели не сформировали. Вы как бы вот пожаловались сейчас, да, на своих родителей. И все. Пожаловались. Ну пожаловались, хорошо. Это детская позиция. А ведь вы уже мужчина, у вас уже семья есть, у вас жена есть. Вот. Так что берите на себя ответственность, вот, ну, за все, да, то есть за будущее, за семью, за жену, за себя, в первую очередь за себя, и действуйте так, как удобно вам, так, как хочется вам, и все, больше тут пути нет. Ну, то есть, сперва вы с целями определитесь своими, да, вот, и все. А родители, если они вас любят, они примут вашу позицию со временем. Если нет,
Ну, значит, они вас, они к вам относятся так, постольку-поскольку. Вот. А вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего доброго и удачи.